Сейчас поговорим о том, какую воду надо пить. Идеальный вариант – пить ту воду, которая обладает какими-то свойствами, которые необходимы нашему организму. Вы, наверное, знаете все с детства сказку о живой и мертвой воде. Она говорит так, что и омыла раны царевича, царевна раны царевича мертвой водой, и раны зажили. Это кислая вода. Она обладает антибактериальными свойствами и заживлением ран. И напоила его щелочной водой, и царевич ожил. Вот что же такое за щелочная вода? Щелочная вода – это природная вода, в которой имеются признаки органических минералов. Каких органических минералов? Конечно, щелочных. В первую очередь магния, далее кальция. Кстати, кальция по количеству может быть больше. Натрия, калия. Вот этих вот щелочных минералов, которые необходимы нашему организму. Но на глубине 300 метров, вот мы сейчас берем воду из скважин, вода мертвая, там нету этих минералов. И только проходя через толстые слои почвы органической, вода может приобрести эти минералы. Существуют источники с живой водой, источники с мертвой водой. Ну, это так просто называется, живая и мертвая. На самом деле это щелочная вода и кислая вода. На кислых почвах ничего не растет. Все растет на хорошо удобренных органических щелочных почвах, удобренных калием или, может быть, какими-то другими минералами. Так вот, есть остров в океане, остров в океане есть, где люди живут долго, радостно и счастливо. Это остров Окинава. На этом острове живут потрясающие люди. Я была там недавно и видела людей, которым очень много лет. Средняя продолжительность на острове за 100 лет. И когда ученые заинтересовались, а почему так долго живут на этом острове, оказалось, что он стоит на атолле кораллов Санга. Это белые кораллы, которые при жизни омывались теплыми водами моря, где находилось огромное количество планктона. А планктон – это жизнь. И после того, как кораллы отмирали, частички этой жизни, маленькие кусочки, маленькие аминокислоты, маленькие органические минералы, маленькие концентрации, сохранились в этом песочке. И когда люди берут бережно этот песок и обрабатывают, сохраняют, высушивают и потом опускают в воду, то все ценное, что накопил за миллионы лет коралл, выходит в воду и растворяется в ней. Все, что способно раствориться в воде, способно проникнуть в наш организм, раствориться в нашей воде, в наших клетках и принести ей питательные вещества. И поэтому коралловая вода, которая называется, раньше она называлась алкамайн, щелочные минералы. Сейчас она называется коралмайн по названию нашего клуба, которому принадлежит эксклюзивное право распределения кораллового порошка между людьми, которые хотят его попробовать. Вот эта вода, она обладает уникальными свойствами. Она не химически живая, она физически живая. На высушенных каплях сухих она подает признаки жизни, потому что в ней есть органика, в ней есть следы аминокислот и щелочных органических минералов, калия, магния, натрия и кальция, так необходимых нашему организму. И поэтому, когда мы начинаем пить эту воду, у нас происходит промывание, у нас происходит нейтрализация, у нас происходит водный детокс, у нас происходит соединение и разрушение органических кислот, которые так вредят нашему организму. В мышцах вырабатывается молочная кислота, в различных суставах откладывается мочевая кислота, как продукт переработки мяса. И нам нужна нейтрализующая среда. Вот коралловая вода, алкамайн или коралмайн, является самой лучшей нейтрализующей средой. И поэтому мы начинаем свое оздоровление именно с такой воды. Как пить воду, сколько пить воду, мы вас научим. Но для начала вам надо ее приобрести. То есть алкамайн или коралмайн, брендовое название, продается в пакетиках 30 порошочков на один день. На 1,5 литра мы добавляем один порошок, и вода становится оживленной, то есть она становится биологически доступной. Она способна к нейтрализации вредных токсических веществ и, естественно, свободных радикалов. Поэтому этой водой мы пользуемся уже 20 лет. Мы благодарим природу за каждый выпитый порошок коралмайна. И все, кто вступает в этот проект, мы приглашаем присоединиться к нам.